Сегодня у нас на разборе такой проект, как Skillpy System. Skillpy System – это децентрализованная платформа, обслуживающая процесс сертификации и распознавания портфеля на своей платформе. То есть, эта система может облегчить установление личности пользователя Всемирной организации здравоохранения, создававшая сделку. Портфели признаются по усмотрению законного владельца, который может затем выбрать видимость своего портфеля. Через данную платформу Skillpy хочет сделать блокчейн полностью джизованным и ясным, где транзакции будут видны всем пользователям. Однако сначала каждый пользователь будет сертифицирован и одобрен, так что он может позволить сделки между пользователями этой платформы, сертифицированными цифровыми кошельками, независимо от того, принадлежат ли они физическим или юридическим лицам. Но если ваш кошелек не сертифицирован, то сделка будет вам невозможна. А какие же плюсы данного проекта? Ну, конечно же, из-за того, что они будут использовать технологию блокчейн, все сделки будут быстрыми и безопасными, то есть целью проекта Skillpy является создание полностью централизованной и прозрачной блокчейн, в котором все портфели будут иметь сертифицированную цифровую идентификацию. Также у них будет платформа распознавания программного обеспечения, то есть здесь можно будет с помощью этой системы распознать субъекты, участвующие в сделках. И также, как я и говорил, ваши портфели будут видимы, если вы сами это захотите.